Он вернет тебя в прошлое. Чтобы играть его игры, то со всю задницу. Он предпочел бы иметь буйвол. Принять понос в ухо. Он предпочел бы поесть. Гнилой мудак. Возвысь со скунса и с пивом. Он самый злой геймер, который вы когда-либо слышали. Он злой Nintendo Botanic. Он злой Atari Sega Botanic. Он злой Botanic видеоигр. Это птица, это самолет, нет, это дерьмовая игра. Superman D, это 2600. Я играю на 7800, просто для разнообразия. Но в любом случае, что можно сказать о Супермене? Он один из самых известных супергероев всех времен. Даже слово «супер» его имени. Слово, которое подразумевает превосходство, выдающееся качество и блестящее божественное великолепие. Да уж. Это отстой. Но я не буду критиковать графику, звука и что-то в этом роде. Это просто. Ты знаешь, что? Какие? Мол, серьезно, что происходит? Из того, что я понимаю, вы начинаете как Кларк Кент. Все бессмысленно. Просто идите направо, мазерация из-за Лекса Людера, так что ты возвращаешься к фонобудке и возвращаешься к Супермена. А в основной части игры вы просто летаете, ища все части этого моста. Также должны отнести кучу плохих парней, всю ему. Если вы посылаете от Криптонита, да, Криптонит, вы теряете возможность летать, которая может быть восстановлена, только если вы дотронетесь до Лоис Лейн. Там нет способа умереть. Но единственное, что в итоге случится, навигация ужасна. На вершине зданий есть больше зданий. Кажется, никаких границ, все просто повторяется. Да, это как рентгеновское зрение. То есть, если рентгеновское зрение означает заглянуть в следующее уважаемое пространство Atari. Но это один из них. Как прямо здесь, я просто продолжаю расти. И все, что он делает, это просто меняет цвета. Я не могу понять это. Итак, давайте перейдем к Nintendo. Игра Superman для Nintendo Entertainment System, как ты можешь ошибаться? Ну, во-первых, вы получаете эту паршивую музыку, которая даже не тема Супермена. Затем статуя свободно начинает говорить с вами. Может кто-нибудь объяснит это мне? Есть какая-то причина, по которой статуя свободы должна быть Суперменом? Я посмотрю за тобой! Да ангел-хранитель или что-то в этом роде. Есть что-то, чего я не знаю, мол, какие наркотики не понимали, когда придумали это дерьмо. Итак, вы снова начинаете как Кларк Кент. Или вы на Daily Planet общаетесь с людьми. Это как любимый потаж, где мы здесь? Скажите сыр. Нажмите. Хорошо, в чем смысл этого? Вы знаете, действительно возражаю, что нет никакого способа внести диалоги окна или ускорить их. Почему все ножи зеленые? Это день Святого Патрика или что-то? Почему телефоны такие большие, как столы? Или что-то возьми? Почему они наполовину меньше людей или нет? Если они на заднем плане, они делают их еще больше. И кто хочет играть за Кларка Кента? Первая реальная проблема — попытка прыгнуть элемент управления. Это еще одна из тех игр, где прыжок вверх. Почему ты так высоко прыгаешь? Я имею в виду, посмотрите на это. Если бы кто-то действительно прыгал так, это было как 20 футов в воздухе. Я знаю, что он Супермен, но если он пытается стать Кларком Кентом, он может быть имеет так себя вести. Но в любом случае, кнопка B ничего не делает, а кнопка A просто вертится вокруг. Что случилось с ним? Если ты делаешь это в воздухе, он вроде бы плавает. Боже мой, кого-то называют экзорцистом. Так, ваша главная цель на данный момент — просто выйти из этой комнаты. Ты входишь за дверь, верно? Конечно, это казается довольно очевидным, но когда догадайтесь, как открыть дверь. Серьезно, сделай игру догадку. Б, нет. А, начать, нет, выберите, нет, вверх, нет. Вверх только прыгает, поэтому вы должны давить вниз. Я никогда не слышал в игре, где даун проходит через дверь. Хорошо, теперь мы здесь начинаем сосать несколько дерьмовых шаров. Я не знаю, на кого обижаться, кто-то против Кларка Кента. Но в любом случае, вы идете в эту телефонную будку и превращаетесь в Супермена. Что это? Это самое жалкое оправдание Супермена, которого я когда-либо видел. На длительном экране он выглядит хорошо, но почему в игре он выглядит так? Ваша основная атака — это какой-то странный огненный шар с близкого расстояния, я не знаю. Тогда у вас есть меню со специальными суперспособностями. Большинство этих специальных атак, похоже, ничего не делают. Я предполагаю, что в игре есть определенные части, где они все пригодятся. Если вы используете Суперфлайт, все, что он делает, это заставляет Супермена взлететь в воздух. Вы смотрите немного, затем он возвращается вниз. Я нашел определенные места, где если я буду использовать их там, он прилетит над городом и окажется в другой части игры. Теперь я уверен, что это то, что мы должны сделать, но я все еще не уверен. Почему иногда он просто поднимается, а потом возвращается, так что я не совсем понял. У вас есть экран карты, который, кажется, должен быть достаточно понятным. Но бывают случаи, когда вам приходится пользоваться поездом метро. Что, ты издеваешься надо мной? Он Супермен, ему нужно купить гребаный билет? Это как, да, мы знаем, что вы пытаетесь спасти город. Зачем ему вообще нужно пользоваться метро? Он не может просто летать.
Это как если бы человек-паук хотел перейти сзади к зданию. Самая глупая идея, которую я когда-либо слышал. Когда в конце концов вы получите билет и поедете на метро, почему ребенок такой маленький по сравнению со всеми? Он 5-летний ребенок? Это довольно жутко, эти высокие парни в тени. Как осторожно, иначе они могут быть похитителями. Чего они темные в любом случае, они не похожи на никого в игре. Кстати, никто из людей в игре не может сказать ничего интересного. Вот только одно случайное место, поэтому давайте посмотрим, что люди скажут здесь. Есть какие-нибудь новости? Хорошо, это было очень информативно. Ну что он скажет? Я вообще ничего не знаю. Хорошо, что подводит к итоге. Хорошо, давайте просто поговорим еще с одним парнем. О, возьми им скин номер 2, чтобы это не делало. Ты видишь? Я считаю так. Нет причин говорить с кем-либо. Это как в Castlevania 2 Simon's Quest. И вся игра полна людей, которые рассказывают вам вещи, которые не имеют смысла и не имеют никакого отношения к игре. Например, эта старуха говорит вам не смотреть на звезду смерти, иначе вы умрете. Обе эти игры были выпущены в 1988 году. Теперь должно быть, это был год, когда люди говорили и не имели смысла в видеоиграх. Да, я сделал на самом деле. И это не что иное, как этот мусор. Итак, я просто бегаю без особой подсказки, куда я должен идти. Тьфу, это музыка! Тогда я наконец прихожу к какому-то боссу. Женщина, наверное, с кнутом, деформированной головой. Итак, я стараюсь из всех сил на контроль так неловко, что я просто продолжаю получать удар. Если ваш сверхмощный индикатор становится достаточно низким, вы снова обращаетесь к Кларка Кента. Что раздражает, но, по крайней мере, вы еще можете бороться. Так, я остаюсь и продолжаю использовать этот удар. Наконец, она умирает, и мы получаем заголовок газеты. Говоря, Супермен побеждает Зод Ган. Если вы видели фильм «Супермен 2», то вы, вероятно, знаете, что такое чегениал Зод. Это не Зод. Вы имеете в виду ее? Белый? Что? Ежедневной планеты? Разве это не просто ежедневная планета? Я не знаю, с меня хватит. Цены на акции падают? Узнаете, почему цены на акции упали? Хорошо, эта цель здесь. Помнишь, как играл в Nintendo? Комиксы, игры, фондовый рынок? Да, ты думаешь, что любой ребенок, играющий в эту игру, наплевал на чем-то фондовый рынок? Зачем делать игру, которая имеет отношение к акциям, налогам или политике? Вы просто не делайте этого! Я просто не могу... Что за хрень? Я могу рассмотреть это в течение еще одного часа, и это не будет иметь никакого значения. Это нецензурируемая игра. Смею вас. Но только одно предупреждение. Вы не будете счастливы. Подожди, этот парень только что дал мне пароль? Ну это совершенно бесполезно. Я никогда не буду нуждаться в этом пароле. И вы хотите знать почему? Потому что я никогда больше не играю в эту игру в моей жизни. Вот и все, Суперман обречен. Что такое Супермен, который просто произносит дерьмо? Как будто они не могли взять хорошую игру Супермена. Но есть один, который каждый хочет, чтобы я рецензировал. Так, вот типичное сообщение в моей скайп. Это игра, барабанная дробь, драматичное низкое молчание. Супермен 64. Вы должны сделать обзор по ИТ или Супермен 64. У меня особого спроса нет. Что и требования? Вы когда-нибудь думали, что сможете играть более 4 минут в одну из худших игр для Nintendo 64? Не могли бы рассмотреть Супермен для Nintendo 64? Когда мы слышали Супермен 64, различные запросы на просмотр Супермен 64, увиденные на экране. Что ж, черт, ну что хочешь? Ты понял, следующий обзор будет Супермен 64. Толпа аплодирует.